Здравствуй, дорогой друг! Тебя приветствует клан Альянс Серая Лига. И на очереди у нас очередное оружие с очередным модом разлома. Ну что ж, приступим. А на очереди у нас такое оружие с модом разломом, как под названием Пантера Прайм. Сия чудо-юдо вышло с Энаросом Прайм. Что с ней делать, сейчас будем смотреть, изучать и пытаться наносить урон. Билдов на нее не так уж и много, и с данным оружием я сам еще пока не понял, что делать. Нахер ли его выкидывать, и либо оставлять в коллекцию. На данное оружие я пока что потратил 1 катализатор и 6 форум, и все влезло вот прямо тютелька в тютельку. Ну, давай пойдем по билдам и по модам. Зазубренные амальгамы увеличивают урон на 155%, пожертвовал 10% урона ради 25% скорости бега. Мне так комфортно, но ты можешь просто зазубренные ставить, либо оставить так же. Тут смотри сам. Хотя, в принципе, все билды идут в основном у меня всегда по ГОСТу. Разделенный патронник увеличивает нам мультивыстрел, точечный удар, чутье на уязвимость увеличивает нам шанс крита, множитель крита, пагубная сила, высокое напряжение придает нам эффект коррозии и поднимает нам статус. Кромсание увеличивает нам скорострельность и придает нам эффект пронзания на вылет на 2.2. Ну и наш мод разлома. Который увеличивает всего-то мультивыстрел на 45% и урон всего лишь на 87%. Потому что синергия с данным оружием всего лишь 1 из 5. Это пиздец как грустно. По сравнению с обычной пантерой, где у нас идет синергия 5 из 5, здесь всего лишь 1 из 5. Зачем так разработчик сделал, непонятно, неизвестно. И дополнительным бонусом сюда еще поставил скорость полетов снарядов. Зачем, хрен его знает, просто было ставить нечего такого интересного. Ой, данное оружие можно носить с 14 ранга. Ну, как по мне, это оружие бы лучше бы отдали к рангам, не знаю, к 6, к 8 и т.д. и т.п. Потому что на 14 ранге есть более вкусные, более интересные стволы, но вот это вот чудо-юдо, это просто кошмар кошмарный. Кстати говоря, на данное оружие есть у нас аугмент, так называемый, который продается в новой локе, который обезоруживает противника во время того, когда мы его начинаем пилить. Но, как я думаю, данный мод... Тупое говно тупого говна. И все в таком духе. Потому что пока ты будешь пилить, кто-нибудь подбежит тебе со спины либо сбоку и просто тебе наваляет подсральников очень жестко. Очень-очень спорная механика этой пилы. Как по мне, беспонтовая тема. Ну, давай же перейдем пока к тестам и посмотрим, что у нас сейчас получится с эффектом коррозии. Берем просто по ГОСТу 2 пулеметчика, 2 бомбардировщика. Средний уровень врага у нас 100. Ежу понятно, что ниже 100 враги будут просто как фисташки лопаться. Но выше 100 там уже данная стволина будет просто задыхаться. Ну и смотрим, что у нас получилось. Сразу видим, пронзание на вылет делает свое дело, рикошеты летят, что-то криты немножко летят, стаки немножко идут от разреза. Бронька тихо сыпается у врага. Ну, вроде как-то вот... Ну, вот как-то так. Урон такой простой, не спешащий и довольно-таки грустный. Еще, конечно, стоит учитывать, что боезапас у данного ствола довольно-таки маленький, всего лишь 320 патронов в запасе. То есть, если у тебя за спиной не летает носитель с трансмутацией патронов, много из этой хрени ты не настреляешь. Что касается пилы, давай смотреть, насколько это будет весело. Ну, как всегда, здесь все понятно. Патроны начинают тратиться, когда мы пилим, только во время, когда мы прикасаемся к цели. А вернее, когда пила касается цели. Ради экономии боеприпасов. Ну, что-то вроде пилится. Ну вот, я клянусь, пока ты допилишь противника, тебя уже нахрен разберут на 108 раз. Очень-очень-очень грустный ствол. Ну, что получилось, то получилось.
Ну, конечно же, чтобы никто у нас не кукарекал, что есть разрез, значит, должен быть вирус. На, именно тебе на. Вот тебе разрез, вот тебе вирус, ничего особо не меняли, просто поменяли статусный урон вместо вируса, вернее, вместо коррозии вирус. Поехали смотреть, что получилось. Кстати говоря, наперед говорю, что данное оружие собирать можно вот с этих ключей. Едем дальше. Вирус. Ну, вирус на пулеметчиках показал себя гораздо лучше, прям гораздо. Если криты идут очень хорошо. Ну, прям аще, прям, ай, нравится. Но до поры до времени. И также говорю, пока ты дождешься этих стаков, пока там они настакиваются, тебя тоже, скорее всего, убьют. Но в толпе, особенно в коридоре, данный билд прям, ой, как хорош. Прям хорош. Дымага есть, стаки есть, все отлично, все хорошо. Но, опять же, ДПС маленький. Пока ты раздамажишь, пока стаки настакиваются, ты, скорее всего, сдохнешь. Ну да, что-то тикает. Так, не забываем про потрошки. Кому интересно, насколько быстро тикают стаки, давайте затестим еще разок. Ну, вроде не так уж и много, но тикают. А местами, скорее всего, даже могут критануть. Не хотят критовать. Просто тикают. Но опять же, стаки идут, но пока они дойдут, пока это все произойдет, тебе скорее всего насуют в спину. Все очень спорно. Ладно, прям дальше. Время пилы. Определенно вирус пилит гораздо веселее, чем коррозия. Но еще раз говорю, пока ты допилишь, ты скорее всего сдохнешь. Ты в любом случае сдохнешь. Ой. С чего я это взял? Да давай просто уязвимость уберем, да и посмотрим. Да ладно, мистики спасают. Ну да. В нашем случае, конечно, скорее всего, не сдох, потому что спасли мистики. И спас мод-адаптация. Ну, пойдем дальше без бессмертия уж тогда экспериментировать. Заодно посмотрим, насколько сильный противник против мягкой мыгушки. Переходим дальше. Билд еще у нас не заканчивается на этом. Валим дальше. Все то же самое, только... Переходим обратно на коррозию и добавляем морд боеприпаса охотника, который увеличивает нам крит от разреза. Шанс очень интересный по критам, и посмотрим, что получится. Может говно, может не говно, хрен его знает. Это единственное, что мне пришло интересное в голову. Симулируем и начинаем наваливать. Сразу получаем в дычу одну ракету, вторую ракету, сейчас прилетит третья, и мэг, скорее всего, откатится назад. Да, как же это все спорно.
Ой, как все спорно. Ох, ну делаем все то же самое с коррозией, только с пилой. Боже ты мой. И что же мы видим? Мы видим, что нихера мы не имбовый дровосек. Пилить на коррозийке — это прям на пантере не наше дело. Очень грустно и очень неинтересно. Что касаемо, как я говорил, что на симулякруме данную фигню очень сложно эмулировать. Очень все просто. Давайте просто воткнем древнего. Да пусть будет Эксимус. И подождем, пока он там их набафает. И посмотрим, что будет с уроном. И наш урон превращается просто в ноль. Вот про этого я вам, ребята, и говорю. На симулякруме все симулировать невозможно. Потому что если древний появляется где-нибудь за углом, а он в любом случае за углом появится, ваш урон будет просто равен нулю. И тем более, пока вы раздамажитесь на своем оружии против соток, вы скорее всего сдохнете. Вот про это я вам и говорил. Очень сложно симулировать реальный бой в симулякруме. Сейчас древний подползет к пулеметчикам, и пулеметчики станут практически бессмертные. Ну, подползай. Вот он подполз. И наш урон автоматически превращается в ноль. Вот такая вот штука. А учитывая то, что он еще Эксимус, он вам может очень хорошо энергию поджечь. А вернее, не поджечь, а просто сделать ее полное отсутствие. Очень все спорно. Ну, ладно. Побаловались мы с древним. Уберем пока его. Он нам ни к чему. И сделаем все то же самое, но только вместо коррозии добавим вирус. А вирус у нас делается из яда и льда. Так, ищем лед, вставляем лед. Вот у нас вирус, вот у нас боеприпасы охотника. Ну, с виду сейчас все очень хорошо должно получиться. ДПС, конечно, будет не космический, но урон, я думаю, будет просто шикарен. Да, как я и говорил, урон получился просто шикарен. Но, конечно, не шикарно получилось с Мэг, потому что она лопнула, как фисташка. Прямо из тапок вывалилась. Ладно, попробуем продолжить делать анальную кару. Ой, как хорошо, когда они кучно стоят. По-моему, это единственный билд, который имеет право на жизнь. Все остальное, то, что я колдовал, получалось полная хрень. Вот единственный билд, который прямо что-то моет. Но. Есть, конечно, много очень но. За место боеприпасов охотника кто-нибудь может сказать, что можно поставить мощный выстрел, который увеличивает множитель крита и добавляет нам статус. Но я его ставил. Ну, вообще херня получилась. Просто херня получилась. Вроде урон есть, но не такой, вот как на этом вот билде. Вы, конечно, можете вставлять все, что угодно. Но
Я считаю, что вот этот билд на пантеру пока что более-менее самый живучий. Можно, конечно, что-то переделать, это я имею в виду. Взять какую-нибудь баншу на болевые точки, либо там какого-нибудь там инароса, который будет оглушать и под оглушением криты навешивать. Очень все спорно. Тут, конечно, все зависит от того, на ком вы играете и как вы играете. Но ради эксперимента, давайте возьмем баншу на сана, да и посмотрим, насколько урон повысится. Просто ради интереса, чего бы нет, мы же все экспериментируем, нам же никто не мешает это сделать. Так, банша, берем баншу. Так, проверяем ее на сонар. Сонар у нас стоит. Силы всего лишь 130%, не так уж и много, но для сонара, я думаю, это вполне достаточно. То есть такой билд тоже имеет право на жизнь. Ищем нашу пантеру. Вставляем, проверяем билд. Так, меняем на боеприпас охотника с вирусом. Ох, как бы сейчас банша бы как фисташка не лопнула. Ну и симулируем. Болевые точки, тишина, и смотрим, что получилось. Болевых точек можно побольше навешать. Ну и начинаем наваливать. Все тоже легко и непринужденно. Давайте затестим еще раз. Ой, как хорошо через болевые точки. Говорю еще раз, каждый играет по-разному. Ну, что еще можно с данным оружием проверить? Даже не знаю. На какого-нибудь другого, если фрейма его взять. Если раньше у Ивары зависело оружие, ульта от оружия, которое было текущее, сейчас это, конечно, не так. И на ком-нибудь еще интересном протестить я даже себе не представляю. Если только на каком-нибудь... Пусть это будет, например, вабан. Че бы нет. Просто каждый играет по-своему, мы просто экспериментируем. Нас никто ничего не заставляет. Также берем пантеру. Вабана берем на полный фуловый бастион. С максимальной зоной. Желательно бы смог... Да нет, просто с максимальной зоной. Так его и оставим. Просто с адаптацией. Где у нас бастион с максимальным радиусом? Думаю, будет смешно и забавно. Так, зона у нас 280%. Да, в принципе, пойдет. Симулируем данную ситуацию. Закидываем бастион, стягиваем пацанов и навешиваем пантеру. Очень весело и очень эффективно. Ой, кошмар. Даже если мы навешаем несколько бастионов, конечно, будет дурдом. Но никто нам также не мешает экспериментировать. Можно даже для прикола взять. Не знаю. Ой. Да давай уж угорать по полной, чего нет-то. Возьмем 10 бомбардировщиков, 10 пулеметчиков сотого уровня. Также оставим себе неуязвимыми. Закидаем бастионами все. Засосем эту всю толпу веселую. И настреляем туда. Процесс веселый, очень эффективный. Пантера делает свое дело, критов хватает, разреза хватает, стаков хватает. Толпа сейчас гигантская, по-моему, должна нахер сейчас лопнуть. Если, конечно, она нам даст это сделать. Да, получилось забавно.
И еще раз говорю, данное оружие очень сложно в последнее время для меня оценивать, потому что и играют по-разному, и кто-то играет через вирус, кто-то играет через зазрез, кто-то играет через баншу, кто-то играет через вихри, кто-то может вообще через инарос играть через заглушение. Все всегда очень спорно, особенно если Эксимус за углом, то твой урон скидывается просто на ноль. Но, как говорится, никто вам не мешает думать самим, экспериментировать самим. Как я всегда говорю, думайте сами, решайте сами, экспериментируйте сами. Ну, на этом все. Пока. Что будет ждать впереди, меняю на моем пути. Как этот туман, теперь не без тебя, Галя, обойти. Как бы далеко не шел я, ты за мной иди. Там, где не будет солнца, для меня свети. Бум! Если упаду я в пропасть, руку протяни. Когда я скажу прощай, прощай, я, ты меня прости. Если помолюсь перед тобой, грехи не отпусти. Ветер далеко, ты пеплом и дымом меня неси. Быть может, не было нам суждено достать до неба. Мы не были слепы, но не видели света. Быть может, никогда я не увижу тебя. Ты знай одно, что не простил я себя.